Так, что я там хотел? А, на базу и нанять людей. Так, после этого все здесь зачистить. На самом деле, зачищать здесь просто дофига. Просто офигеть. Так, вы средняя, да? Значит, я потом. А то мне золото капец нужно. Мне же ведь... не хватит на то, чтобы всех купить вообще. Так прозвучало, как будто я о коррупции говорил. Так, и хорошо, что этот дом Этерна, или как он там, не нападает на мой город. Любимая неделя львов. Что бы это ни значило для них. То есть им дают покушать побольше. Так. Нанять людей. Две росомахи, пожалуйста, дайте. Ага. Еще больше народу мне. Вас апдейтить нельзя, да? Ну, только там, я понимаю, да. Но вас, пожалуй, тоже найму. Все-таки дальник. А дальник это хорошо. Да, думаю, найму. Вы же адепты, правильно? Да, нормально. А учеников нужно будет апдейтить. Так, в городе что у меня здесь? Ай, не то. Так. Позволяет покупать свитки с заклинаниями. Ну, мне это полюбас нужно. И, пожалуй, даже здесь денек подожду. Новое заклинание. Водяная пелена, берсерк. Что это такое? Снижать на 15% весь урон, получаемый выбранным дружественным отрядом. А берсерк что это такое? Выбранный отряд нападает на случайное существо, оказавшееся в непосредственной близости. При этом отряд получает минус 37 к атаке. А это он на свое может напасть, интересное существо? В смысле, если на противника наложу это заклинание. Так, я пропустил ход или нет? Кто помнит? Так, начертатель. Где ты? Может, здесь скорее? Так, нанять новых героев? Нет, не надо. Купить свитки, вот. Свиток. Пламенная решимость. При использовании герой применяет заклинание магии огня. Что? Я понял, а что оно значит? Увеличивает боевой дух выбранного дружественного отряда на 80. Длительность. Так, ну, может быть. Далее. Стена пламени создает в выбранной области стену пламени, которая будет существовать. В общем, понятно. Свиток агония. Отряд получает от 900 до 920 урона от магии тьмы в начале каждого своего хода. Вау! Так, каменные шипы, это я помню. Я думаю, даже каменные шипы лучше, потому что они, я насколько помню, по небольшому диаметру наносятся урон. И то хочу. А сколько они стоят, интересно, не написано. Это что значит? Почему это здесь? Ну ладно. Купить. Yeah. Ядовитое облако, но это... Ну, ладно. То есть у меня теперь этот скилл есть? Секунду. А как он назывался? Кто помнит? Уже забыл. Офигеть. А, так, а вот, да. Только в бою можно. И, видимо, один раз. А, вот в чем загвоздка-то. Один раз. В смысле, то есть один раз вообще. Но в любом случае это может помочь. Так, ребята, а вас нужно забрать, я совсем про вас забыл. Да. Так, а что? Врата духов. Ой, я там не взял. Блин! Так, быстрее, бежим! Хорошо, что противник так быстро ходит, все-таки не нарадуюсь.
Так, плюс 2 к защите щит. Интересно, артефакты где-либо можно ли продавать ли? Нет, мне лучше золото, извините. Так, отсюда перемещает, это я уже понял, и это хорошо. Что здесь? Здесь гарнизон вижу. Небольшая, будет сражаться. Ай, ну опять забыл, да что ж такое-то? Апдейтить войска, и тогда с той стороны начну зачистку. И где-то нужно... Где-то нужно снять эту печать. Так, апдейтить. Уйти. Так, все, ребят, теперь вы вместе, теперь вам должно быть хорошо. А здесь я не был. Мне нужно сюда, потому что... Ой. Да, мне нужно сюда. Хотя, пойду-ка я вот сюда лучше. Ой. Форт надо завоевать. Там вроде он не настолько крутой, как я. Угу. Так, низко, будете сражаться. Ну, поехали. Мы если быстрый бой. Нахренеть. Все самому, все самому. Не, ну для свитка, который можно использовать один раз вообще, то есть, ну, один раз почистить. Тихо. Почистить вообще один раз это, его можно, это дорого, по-моему. 4 косых-то. Испробую-ка я это, берсерк. Кто у вас самый герой? Допустим, вы. А, нельзя? А, только на своего? Или... А, наверняка на нежить нельзя просто. Ну ладно. Так, коллапс. Вот на тебя, чувак. Нормально. Так, чуть-чуть нужно подойти. Так, дальники у вас есть? Вроде не должно быть. Да, нет, ну в общем. Ну, тогда... тогда разничтожить. О, да. Ну это все, вы попали на бабки. Давай, давай, подлетай. Только еще скажите, что у них сейчас удача заработает. Что за удачливые привидения? Нежить, в принципе. Так. Не, сейчас, в принципе, хорошо было бы этой, этими каменными шипами по ним тяпнуть, но... ну, блин, один раз я лучше приберегу. Либо дождусь того, когда герой сам их выучит, заклинание выучит сам. Тихо, чё вы орёте? Как-то вас уже бьют. Так, полный разничтожим вот этой твари. У нее даже что-то голова закружилась. Как там? Небесный доспех применил, значит, окей. Это на кого это надо наезжать, думал? Что, дура, что ли? А, она же самоубийца, все понятно. Эу. Охренел. Я этих абитуриентов, ну я не знаю, ученики, я дальше уже не помню. Нанимал, старался. И вздумали, что-то им в голову пришло такое, что они могут... противостоять. Так, быстрее забирать и бежать отсюда. Придут и будут меня бить, скотинюки.
Так, незначительная. Ну, тогда и бояться нечего. Даже... Да, даже так. А... Этот форт разрушен, его можно восстановить, заплатив за восстановление миллиарды долларов. Окей. А что теперь могу сделать? Ну это просто форт, типа, а зачем я за него платил? Караван? То есть сюда можно доставлять, типа, людей? Ну понятно, но я бы не сказал то, что это так прям сильно нужно. Учитывая то, что на меня не нападают. Пока что. Стоимость зданий в городе уменьшена вдвое. Так, это... Да, нормально. Даже можно построить что-нибудь. Так, здесь можно нанимать... Поселение элитных существ позволяет нанять учеников 5 неделю. А, так. Площадка заклинателей, сражаясь вы, это ясно. Ну, наверное, куплю, что ли. Хотя, а здесь что нужно? Здесь нужны эти кристаллы. А здесь их не нужно. Поэтому, пожалуй, построю. Так, еще их нужно как-то потом научиться апдейтить. Понятно. Низкая, будьте сразу. А кто вы? Что, волки какие-то? Ну, волки, значит, быстрые. Да ёп, ну не настолько же быстрые, чтобы одну росомашку убить. Угу. Так, чтобы на вас такое, ладно, элементарий вызову, чтобы вообще не подошли. То, что нужно. Можете спокойно душой подходить. Так, 4-2. Ну, поэтому, значит, очевидно. Угу. Чё? Как он здесь очутился вообще? Наверное, как камера не уловила его, такого он быстрый. Да. Ну пошел. А чё, мой элементарь всегда дает сдачи? Вообще буйный. Так, ну огненную стрелу тогда уж жахну. Волки, по идее, должны бояться огня. Ну да, смотри, действительно волки. Как я угадал даже. Да вообще, опять погладил просто и... Так, левел ап. Этот герой у нас крутой, Масфар. Борется за то, чтобы... Вернуть душу, и его дочери старается. Так, магический урон, наносимый вражеским существам, увеличивается на 1% от базового значения за каждую единицу метамагии. Угу. Ну, допустим, я все понял. Так, вы. Ну, лучше присоединились ко мне, если честно. Блин, их 12? Охренеть, это небольшая угроза? Воу, воу! Это интересно. Я знаю, они типа сплэшом бьют, но в смысле как КВП простреливают. Ну, не сплэшом, но понятно. Так, чтоб тебе тварь сделал? Попробую сначала коллапс, потом уже попробую элементарий. Вот, начало положено ожидание. Уничтожить. Двушечку. Для такого золотого дракона это нормально.
но это ясно. Так, со спины тяпни, короче, и вон его хвостяра и несколько откуси их по скаку. Так, ага. Так. Где-то у нас небесный доспех. Еще в задницу ему напихай этих мечей. О, да. Просто не дошел, чувак. Просто паник. Да. Флалась Виктори. Так, плюс 8 к защите. Ни хрена себе. Стопэ, стопэ. Ну это сюда вместо голды, я думаю, это даже я возьму. Плюс 8 к защите. 500 голды в день, это хорошо, безусловно. Но может быть как раз только для этого нанять другого героя, чтобы он носил с собой. Ресурсов пруд пруди. Так, это у нас что? Кристалл силы. Силы кристалл. Значит, да? А здесь что? Мост. Я даже не знаю, куда идти. Вот у меня задание. Так. Что? У меня здесь задание показано на карте. Что? Путь до Лоры. Окей. И здесь тоже у меня. В общем, понятно. Что хотел? А, ну да. Есть что? Угу. А проапгрейдить как мне? Как мне проапгрейдить моих молодцов? Улучшение поселения элитных существ. Плюс 5 учеников или адептов в неделю. Ну окей. А, ну сегодня нельзя строить, да, что тупим так. Ну, схожу, пожалуй, в этот гарнизон. Один. Окей, меня устраивает. В гарнизон никого сажать не буду. Займут так займут. Убью всех. Так. Капитолий. А зачем он мне? 2000 золота в день. У вас может быть только один капитолий. Блин, жаль. Я так хотел миллиарды. Миллиард капитолиев и нормально. А так. Энты. Первый раз их вижу. Или что-то типа того. Каменный голем еще, ё-моё. А быстрый бой есть. Меня это ни разу не устраивает вообще. Ни в коем. Вообще, и побежали, цифры побежали. Здрасте. Дрядочка. Так, ну вы, видимо, это... Как бы это самое... Блин, маны нет, капец. Сейчас, по-моему, я нарвался, да? Так, прежде всего, дальник у них кто? Так, энт у нас дальник. Видимо, бросаться будет чем-то, как Властелин колец. Камнями, типа. Значит, его нужно разничтожить. У него всего лишь 5 хп, а у этого 2-7 урон. 18-25. 18-26. Так, энту нужно валить, реально. Как его получше свалить? Понятно, каменные шипы, может их сейчас завязать реально. Завязай-ка их сейчас. Держит удар, Скотт. Что? Почему у меня подсвечиваются они? Так, ну Коль дает возможность защиту. Разничтожить. Огонь, ты должен гореть. У меня плюс 10 к защите, это ж круто. Не больно. Анимации капец просто. Так. Небесный доспех.
тебя сколько? 18-31. У тебя дофига, я чую, учитывая количество. Разничтожить. Вот еще тварь меня бесит. Так. Разничтожить. Ну ты в этого плюнь. Ну да. У меня уж кого-то, о, учеников мне этих магистров и бакалавров, и не важно. Да, не жалко. Небесный доспех, все похер. Ой-ей. Еее! Прям сдерживает все. И опять же, напомню себе, что это здесь к защите там. У меня. Увеличивает инициативу, все такое. Тролля-ляшкин, ляшкин кот. Так, добить потаскуху. Тимачок. Чё-то не так орут-то. Разничтожить. Что-то ватный какой-то у него големчик. Так, герой, ты тяпни поэтому, а то он меня выбрасывает. Да, учеников тоже столько же, сколько и драгнилов. Ты хорош, видно, что некого лечить. Так, ну все, я думаю, они схавали. Я только спину, на самом деле, потратил, но ничего страшного. Крепкая тварь. Была. Так, что я хотел-то еще? Да. В гарнизоне нанять еще дофига всех. Так, опыт, очевидно. Денег у меня пока что достаточно. Плюс одна магия. Обнаружить сокровище. Насчет сокровища я... Нет, я не забыл, только я не знаю, как сюда, блин, пройти. У меня нет скилла на вызов кораблика. Я помню то, что там какая-то финтиклюшка, да? Где тут? Нету здесь, я не помню. Или здесь? А, вот. То есть это, скорее всего, пустыня какая-то. Ну, то есть очевидно. Но судя по трещинам, это, скорее всего, именно та территория, где я нахожусь. А, или нет? Нет, скорее всего, здесь как раз. Финтиклюшка находится, это... Ну, я про эту финтиклюшку. Значит, здесь такой тупичок. И рядом вода. Где же это может быть? Тупичок. Не здесь ли это? Сейчас, секунду. Нет, слишком... Нет. А, значит, камни подходят к воде. Вот они. Ну это здесь где-то, очевидно. А, это обелиск они, блин. Я думаю, это, значит, обелиск и его тени. Значит, где-то здесь. В общем, все ясно. Возьму сокровище и иду домой. Странно, почему я раньше-то не стал рассматривать? Додумался бы сам. В смысле, раньше. А, ну почему? Потому что я хотел найти, изучить скилл кораблика, чтобы приплыть и посмотреть на обелиск. И здесь плюс ко всему еще предмет прикольно лежит. Плюс 3 урона героя за уровень. И плюс 2 к здоровью всех дружественных существ. А, да, вражеских еще бы, да. Так, ну, где-то здесь, в общем. Скилл обнаружить сокровище. Слеза Асхи у вас. Это что такое вообще?
позволяет построить уникальное здание в одном из ваших городов. Предмет для задания? Стоп. Вы знаете, где находится голубой самоцвет? Это он? В смысле... А? В смысле? Ну, ладно. То есть это он? Я думаю, это просто прикольный предмет мне дадут, и все будет хорошо. Точно он? Ну да. В смысле, тот, который сейчас... Это он и есть, который сейчас нашел. Позволь... А что нельзя использовать? Дайте мне... Ну ладно. Не очень-то и хотелось, в общем. Хотя от уникального здания я бы не отказался. Там нанимать каких-нибудь можно было бы проботекторов. Которые стреляют лазером, естественно. Ресурсов вообще дохренище. Так, капитулий. Требования не выполнены. Алтарь желаний. Мастерская пирамид. А где алтарь желаний? Я опять все забыл. Я тоже хочу построить. Угу. Ну, в общем, все успею построить. Все построю, все успею. Тихо, спокойно. Так, нанять. А, вас я тоже обязательно найму, как только вас можно будет покупать пробрежными. Пропустить ход. Еще хочу что-нибудь построить. Самое время считать овец. Вы что? Что рано? Золотой павильон. Ладно. Еще подожди. Так, новое существо, я понял. Мне нужно здесь затариться по полной. Главное, чтобы эта тварь, которая там скачет, ничего там моего не отобрала. Далее. Мастерская пирамид. В принципе, почти все, что я хотел, я сделал. О боже мой. Это так круто. Сколько ж у меня народу. Так, ну ладно, я сейчас зажрусь по полной. Что там еще для... Квартал магов. Я их... Стоп. Пропустите еще ход, пожалуйста. И пойду к этой шмаре, она здесь реально загуляла. Нужно ее пришпиндорить там. Ты куда пришла-то, тварь? Она мой... Паскуда! Чё хотел-то, ё-моё? А. Такая... Ученика, как мне адептов нанимать? Квартал магов. Ну и ладно. Пойду с шмарой разберусь. Стой. Сохранюсь, конечно же, так. Пойду с ней разбираться. Это ни в какие ворота не лезет. Слышь, овца. Овца. Иди сюда, на. Подошла такая. Ну ты долго будешь ходить? Куда? Слышь? Взяла, главное дело. Мой золотой рудник. А, ладно. По пути расправлюсь с этими. Ну ладно.
Так, ты опыта, либо единица золота, опыт. Ага. Так, вы, ребята, что, тоже будете сражаться, да? Я сейчас тебе в глаза посмотрю. Посмотрю тебе в глаза. Кто у тебя здесь? Что? И ты против меня? Ой. Видимо, она приняла немудрое решение. С такой горсткой писюнов на меня нападать. Это ж стыдно должно быть. Так, мгновенное перемещение. Разничтожить потаскутников. Просто в мясо. Ну. Тихо, тихо. Все, все, все нормально. Это был... Стоп, это никакой не противник, это какая-то иллюзия была. Так, сначала отвоюю все-таки. Что? А? Что? Я не сюда прискакал, да. А, так, не посещалось, это хорошо. Есть еще проход, который нужно открыть потом. Так, все, теперь я рад, доволен. Здесь все отвоевать, потом пойти наверх. Как-то я странно кругами хожу. Да вы че? Ну реально, ну что ж такое-то? Ребят. Я понимаю, он мощный и сексапильный. Это все видно по глазам его. Так. Доспех на него. И подходи вот так. Разничтожить. Уничтожить потомство. Да-да-да, подходи, подходи. У меня небесный доспех. Ладно. Что-нибудь на криты есть, интересно? А вот на него ослабление повесь, чтобы меньше слабки бил. На, полный разничтожен, выпей пару таблеток. Блин, у него что-то еще есть, а я провтыкал опять. Что это? Блин, я способности адептов не посмотрел. Это ж стыдно должно быть, наверное. Потому что наверняка они какую-нибудь прикольную шняшку могут делать. Там, ядерный взрыв, либо типа того. Одно звездное серебро в день я не успел. В день. И это я до сих пор не брал. Стыдно должно быть, стыдно. А могу я это на лесопилке или в шахте? Ага, понятно. Нифига их там, народу сколько. Меня устраивает. Относительно вообще численности моих отрядов, это нормально. Так, в городе что там? А, мне нужно для этого осталось алтарь желаний. Где это, ёп? Вот он. Для него нужно сердце... Ну, блин, короче, эту ветку начинать. Ага. Увеличить максимальный запас маны героя до конца недели. Ну да, чё? А, вот, адептов нужно... Короче, не хватает ресурсов. Я опять этого значка не заметил. Да что ж ты будешь делать? Угу. Так, ребят, у вас здесь всё хорошо там? Угу.
Ученик. Какой позор, ученик? А, низкая. Угу. Видимо, вы все ближники, так понял. Так, новый уровень у Масфара. А, изначальная магия. А, мне кажется, стоит это выучить, чтобы выучить какое-то что-то прикольное. Одаренный маг. Одаренный маг. Достигнув уровня ученика в любой школе магии, герой может использовать заклинание этой школы до ранга мастера. Ты. Просвещенность нужно выучить. Чай. Какую просвещенность? О чем вы? А, понял. А если я по этой ветке хочу? А, то есть... понятно. То есть, ясно, в общем. Угу, ну ясно. А что это? Ну ладно, в общем. Так, он магических заклинаний. С вероятностью 75% герой может будучи заклинание использовать на противника во время... Вау-вау-вау-вау! А чё я этого раньше-то не делал? Изи, чуваки! Это нужно было вообще сразу сделать, чтобы там мудрецом быть. Так. Далее я собирался наверх идти. Так, новая неделя — это хорошо. Где новая неделя, там много войск новых. На этой неделе прирост бешеных быков удваивается до тех пор, пока их окончательно не уничтожили. Ну ясно. Угу. Здесь до сих пор камушков не хватает, да? Ну чутка осталось. Понятно, наверняка стоит рынок вообще построить, чтобы не заморачиваться по этому поводу. Так и сделаю. Продам все, перепродам и перевыпродам. Угу. Опять нежить. Как же вы? Нет, вот на это я не согласен. Столько драгнилов убивать, это нужно... Безумство. Какие стрёмные твари вообще везде. Так. Допустим, големов клан. Чай, соль, маскаль, терть, накройте. Ты подходи спокойно. Это дальник, я так понял, да? Обидно. Так, по дальнику разничтожить. Не смог взять книгу. Лошара. Что это? Существо наносит урон всем отрядам, стоящим на одной линии. Я об этом не знал, позор. Существо наносит от 40 до 56 единиц урона изначальной магии всем отрядам в указанной области. Почему я об этом не знал? Не, я просто как бы я понимаю то, что это на радиус, но я просто как по приколу, в общем. Ну, вау-вау. Ну да. Ну стрельни еще раз так. То же самое, окей, хорошо. Их нужно много, реально. Так, уничтожить этого хорька, потому что иначе он будет пулять по всем. О, да. Это фарт. Да на кого ты поднял лапку свою? С таким големчиком-то бояться вообще ничего. Угу. Разничтожить. Надоели уже. Реально. Реально. Так, огненный стрелу лучше. Ну, попонтоваться, чтобы. Йоу! Так.
Так. Моя миссия все зачистить продолжается. Здесь второй мост, ё-моё. Воу, ребята. Кто это у нас здесь? Так. Ну вы так... Что это там за тварь была, похожая на смерть? Так, сейчас. Найму пока здесь. Не знаю, почему именно сейчас, но хочется сейчас нанять. Строить нельзя. Жду, камон. Куда? Да пришло время их разничтожать. Так, рынок есть, да, рынок. Рынок, ты где? Вот он, да? Мне, пожалуйста, камушков. Вот говорили то, что можно. Ваши запасы, курс обмена. Этих камней, да, не знаю, что это. На получить, пожалуй, 4 штучки. Говорю, дорого же, говорю же. Ну, 3 вот так вот пойдет. Что? Так. Да, блин. А, я не то смотрю, да. Так, вот. Теперь меня все устраивает. Почти, только осталось доделать, нанять этих. А, нет, вернее, вот так уж нанять. И все. И теперь они будут смиренно ждать, пока я приду и всех их спасу из своего города. Низкая. Ну что ж, вы загуляли-то здесь. А территория мне нравится. Темненькая такая, прикольная. Угу. Знакомые твари, кроме вот, вот этой твари. Легендарное существо. Существо атакует выбранный вражеский отряд и передает одну единицу маны от вражеского героя к дружескому герою за каждое убитое существо. Так. Отряд получает на 1% меньше урона от магии. Ясно. Так, кого-то я видел похожего на смерть, но... А, это, наверное... О, это он, наверное, да. Легендарное существо. Темный жнец. Стоящие рядом вражеские отряды получают минус 30 к боевому духу. Смертельный удар. Если существо наносит хотя бы одну единицу урона, оно убивает минимум одно существо. Что? Так, дубль второй. Смотрим, кто у них дальники. Дальников нет. Значит... Тихо-тихо, наши там уже хотят драться. Наш големчиков сюда, нужно бить коняху. Отлично, то, что нужно. Так, подходи сюда. Будь наготове. Разничтожить... Так, чинить вроде что-то, да? Ну да. Разничтожить конежскую морду. Что-то я слишком боялся. Так, ну ты давай залп сюда. Мало урона, капец, нужно быстрее подкрепление вести. Так вот теперь лакера вижу, да? На, тварь! Убить эту свиноту, блин, надо было с бочины зайти, ну ладно. Блин, надо было с бочины зайти. Так, я приобрел способность молниеносной реакции. Так, лечите, лечите. Лечите. Мне нужен небесный доспех. На росомаху и вперед. И мочи их. Дроби кости. Все, что можно. Отлично. Battle Fury.
Так, ну этого срочно нужно разнитражать, иначе бобо будет, бобо. Нормально. Так добей эту скотину, иначе проблем доставить, чую прям. Отлично. Паскуда! На самого слабого нападать решила. Да хорош вас доставать. Молнию я своровал. Блин, охрененный я скилл выучил, однако. Надеюсь, я не только на этот бой ворую это все. Потому что если это не так, то реально чит. Молния, реально. Молниеносная реакция. В атаку и ближнем бою отряд получает возможность нанести дополнительный удар с бонусом 5 к атаке. Длительность эффекта 1 ход. Молния. Вот что мне нужно. Вот она, рыбка. Разничтожить. И добить. Не, реально, если... Так, ну сейчас нужно посмотреть. Мало ли потом будут другие герои. Нужно эту ветку обязательно учить. Сейчас. Осталась у меня молния. Молния, это что вообще? Молния осталась, это жопа вообще. Ветка. Просвещенность, обязалово, короче, все. Запомнили и выслушали. Герой может найти есть убежище. Что за мотель? Так, кристальчики, это всегда хорошо. Это нужно нам. Это всегда нужно нам. Так, быстро бой. Я не знаю, что это за ближнего боя, так понял, и медленный. Так, где-то здесь еще одна коняшка была. Я жду не дождусь встречи с ней. Мы с ней повеселимся. Так. Ну, опыт. Даже не знаю, нужен. Я даже не знаю, что нужно, потому что у меня всего хватает. Опыт еще. Гарнизон. Низко будет сражаться. Быстрый бой. Ну ладно, я закрою на это глаза. Такой веду себе, как, не знаю, авторитет в законе. А, лучше вне закона, вот он, вот. Так вот, да. Конечно же лучше, о чем я думал. Так, здесь можно пройти, да? Здесь золотая шахта, еще одна. Так, что у нас здесь, ребят? Ну, естественно, никого найти нельзя, потому что неделя новая не началась. В общем, я так поверх пройду, да и на базу. Желательно бы мне такой скилл выучить где-либо, чтобы ТП домой было. Капец, ни одна нежить. Нет, вы чё? Это ж нежить, её просто можно палкой бить, и у неё кость сломается. Ведь они же гниют. А белок они вряд ли употребляют. Так. У меня есть что? У меня есть молния. Как раз для вас. У видальников у вас нет, правильно? Зато я знаю, что вы, сука, быстрый пиздец. Или может коллапс все-таки? Пожалуй, коллапс, наверное. Вот так вот, пожалуй. Пожалуй, да. Угу. Чего ебнуть такой метеоритно? Так, а у меня добили моего этого? Мне жаль. Я что-то не заметил даже. Адепты. Так, режим ожидания. А ты просто строчи по ним. Ну это вообще. Эх, разбежался. Эх. Ну капец, они быстрые. Отлично. Ну, классно, на следующий ход тоже действует. Это хорошо. Ну, удар молнии. Вот что нужно.
Поэтому разничтожить. Там наверняка, блин, надо было небесный доспех. Ладно уж. На эти твари. Прихуели, да, чуть-чутка. Но это бесповоротно. Эти драгнилы просто что-то. Ну понятно, и количество такое. Но у них урон-то 14-30. В смысле 14-30 защиты. Ни одного убили, что ли? Второго убили. Реально нужен был небесный доспех, мать его. И не надо. Вашу мать. Я переиграю, пожалуй. Нельзя начать бой заново. Нельзя. А, нужно дождаться. Это гонево. Я сам подставился, потому что забыл небесный доспех поставить. А, так. Чё там? В первую очередь коллапс. Кстати, здесь дерево пушки. Подходишь сюда, встаешь в стойку дракона. Угу. Давайте, давайте, чё? Да вы не бойтесь, чё? Это ж ваш дом. Защищайте золотую шахту, которая должна быть моей. Вы сейчас огребаете, ребят, это все. Вы сейчас огребаете. Потому что что? Потому что небесный доспех. И все, и пошел месить вообще. И пошел, давай. Отлично. Минус 800. О, как еще расфартать, расфартать. Вот. Шестьдесят, мало, вообще уничтожил. Так, это подбежит же твоя, да? Успеть сможет. Да, по нему поэтому. Как подло в спину, невосприимчиво. Ха-ха-ха, ха-ха. Ой. Ну, 9 это вообще. Ага. Эх ты, так ты тварь. Как инициативу палатки передать? Она должна была лучше спасти. Так, грозовой разряд на. Разничтожить. Аналогично. Ну чё, чё кого? Давайте, чё, нападайте. Как пугало выглядел этот скелет. Да хорош. Вот твари, все-таки двоих убили. Удар от молнии. Получи. А. Конечно, блин. Сколько там? Двоих, может, троих даже убили. Твари. Толпой напали, главное. Двоих. Ну, двоих, ладно. Зато золотая шахта. В золоте можно купаться, а в росомах их нет. Останавливать героям 6 очков перемещения, 6 к судьбе, длительность боев 3. Окей.